Та-да-та-та-та-та. Та-да-та-та-та. Та-да-та-та-та-та. Та-да-та-та-та. Дзянь! Приветствую, любительницы и любители всего няшного. С вами Эфемер Абстрактный Ня. Сегодня я вам буду рассказывать про игру Нянкот. Нянкот любит поспать. Если его разбудить, он любит пожрать. Хорошим хозяевам он дает приз. Я пока что плохой хозяин, и приз он мне не дает. Вот. В Нянкоте есть режимы. Их всего 5. Классический режим вселенной. Нян Винкс режим, то есть крылья кота няна, Зен режим и Тяк нян. Тяк нян, он справа налево, в этом его отличие, и мы играем плохим черным няном. Вот здесь вот режим горочек. Давайте попробуем классический режим. Здесь можно выбрать бустеры, которые можно купить за нян монетки. Нян у меня одет в скин одного актера, который я не буду говорить ня. Вы его сами прекрасно знаете. А кто его не знает, тот еще не вырос. Так что молодым зрителям я не буду рассказывать ничего такого. Вот, вся игра состоит в том, что вы прыгаете по сосисочкам, бисквитикам и прочим вкусностям и жрете все, что вам попадается под лапы. При этом мозг человека, играющего в Нянкота, расслабляется и получает удовольствие, в отличие от многих игр с рандомом, пушками и прочими радостями плохими жизни. Эта игра действительно призвана тому, чтобы человек расслаблялся. Правда, есть ограничения. Если вы будете долго играть в Нянкота, то у вас будет музыка в ушах, и вы реально захотите выйти. Вот, кроме скинов и задников, в игре можно покупать еще и всякие бустеры на сам уровень постоянный. То есть вот изначально, допустим, красных, зеленых монеток нет, есть только обычные монетки. Ну и, собственно, в самой игре у нас есть различные монстры, типа черного кота, собаки, тарелка тоже против нас почему-то летающая. И Нянкот, он их не любит, потому что они либо его сбрасывают вообще, либо... Ну, если вот у меня защита сейчас есть, то есть если я сейчас напарюсь, то меня не сбросят один раз. Но потом защиты не будет, и я все-таки свалюсь. То есть наша задача как можно дольше... Ой, все. Я долго не смог лететь. Так, давайте посмотрим другой режим Нянкота. Вот этот режим отличается от других. Здесь мы катаемся... Зажимая левую кнопку мыши, Нянкот падает под горочку и разгоняется или просто падает. В зависимости от ваших навыков нажимания на левую кнопочку мыши. Вот, если хорошо разгонитесь, то ускоритесь, если плохо разгонитесь, то не ускоритесь. Вот, в конечном счете планета кончается, и вы перемещаетесь на следующий. Вот этот вот черный нян, он может догнать и скушать нас. Скорее всего, этим так или иначе все кончится, но мы поборемся за свою скорость. Поначалу бывает очень сложно. Вот я очень долго не мог поймать ритм. В общем, я не знаю, что от меня требуется. Здесь все-таки игра на английском. Это ее единственный минус. Цена, по которой лично я покупал, была около 19 рублей по скидке. Сейчас, скорее всего, в Steam она дешевле. Вот это если
на тот случай, если вы захотите купить, хотя если не покупать, то вы, ну, не сможете попадать в списки лидеров и, ну, в общем, часть смысла игры потеряется. Сейчас нас, по-моему, котик поймает. Ня. 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 Ой-ой-ой, вот это вот неспроста приближение. Нас поджарили. Вот здесь списки лидеров у нас есть. Так что если хотите попасть в них, то нужно будет постараться. Здесь мы можем купить задники и, собственно, как выглядит наш кошак. Кошака лучше укладывать, потому что если он не спит, то он очень сильно утомляется, бодрствует, и потом надо заходить и кормить его, как обычного тамагочи. А на этом я с вами прощаюсь, и не забудьте послушать нашу песню. Тори, доктор Джонс! Тори, доктор Джонс! Один любит молнии, другому милее кость! Тори, доктор Джонс, Тори, доктор Джонс, один любит молнии, другому милее кость. А теперь все вместе, Тори, доктор Джонс, Тори, доктор Джонс, один любит молнии, другому милее кость. Подписывайся, будь мужиком с желтыми вставками в синем костюме!